И всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, и добро пожаловать на игру под названием Raft. Всем известная игра Raft, само собой, в которую мы уже играли, и немало играли, у нас уже есть одно прохождение по этой игре. Но так как разработчики добавили нам хорошую такую версию 1.04, мы с вами продолжим играть в нее, но только с нуля, потому что хочу увидеть все прелести и сделать полное прохождение этой игры, так как разрабы добавили здесь финал игры. Если раньше мы играли там, осматривали там разные эти вот острова и так далее, города даже под куполом были у нас, да, то сейчас мы дойдем до какого-то логического конца и посмотрим, как заканчивается игра. Друзья мои, погнали. Да, вот это вот я понимаю. Начинаем с нуля, блин. Какой у меня здоровенный корабль был, блин. И сейчас хренась на тебе, короче. С нуля. Ну, бывает, что поделаешь. Вот такая вот судьба, короче. Друзья мои, у нас есть маленький такой, малюсенький такой плотик, который якобы 4, то есть 2 на 2 стоять. Че, серьезно, упал? Ну, давай, я же говорю, надо привыкнуть. Ха, ты меня прям хочешь прям укусить прям, да? Смотри на него. На акулку. Ага, нужно еще привыкнуть, короче, все вытаскивать. Нужно все и ко всему, короче, привыкать. Иди сюда, блин, у нас тут большущий прям опыт в этой игре. Поэтому привыкать не к чему. Если грубо... Нифига себе, ящики какие появились. Вот это я понимаю. Так, вот они, все вещи, которые мы сейчас подобрали. Это хорошо. А Кулькин, ты меня как бы здесь не трогай. Мы сами тут разберемся потихонечку, что к чему. И мне такая помощь от тебя не нужна. Но... Для тех, кто вообще не знает, что такое игра Raft и про что она. То есть, объясняю. Персонаж наш, вот такой вот храбрец, скажем, упал. Как я понимаю, не знаю, там на самолете, на чем. Да не знаю, не надо. Кусай. Нормально, я выживу. Иди сюда. Есть контакт. Короче, упал на самолете. Да тихо ты, ё-моё. Кораблекрушение было, она меня сейчас щекотит. А потом сожрет. И, конечно же, нам нужно здесь выжить как можно выгоднее для нашего персонажа. То есть застроить большущий, огроменный прям плот, чтобы нам хватило места для всего. Да ну, блин. А вот так вот можно? А вот так вот нельзя, да? Так, иди сюда. Нормально. До половины здоровья дойдем, и все, больше рисковать не будет. Так, тихо ты, все. Это максимальный риск, который я могу себе позволить. Потому что иначе будет плохо. Блин, не попал. Хорошо, смотрим. Значит, мне нужно как минимум в начале игры нужно копье. Делаем, короче, деревянное копье. Это для этого нужна веревочка. Веревочка есть. Серьезно, не хватает? Да ну, блин, не хватает. Как этой веревки не хватает-то? Где у нас веревочка тут? Так, стоять, вижу. Сейчас, секундочку, нужно немножечко этих вещей понабирать. И потом заняться всеми другими делами. Листья. Вот они наши. Веревочка. Вот так вот. Я же говорю, надо вспомнить. А вот и вспомнил. И давай. Есть. Даже две штуки. Отлично, вот тебе будет. И веревочка. Потом видится. Конечно, с левой стороны мы видим с вами один остров, прям на которого мы сейчас с вами плывем. Это есть очень хорошо, потому что без островов никак. Здесь у нас опять же будут появляться... давайте по максимуму, короче. По максимуму сделаем. И теперь я могу сделать себе копье. Потому что нам нужно там изучать всякие такие хорошие вещи. Чертежи и всякую, короче, хрень. Плюс к этому... Там довольно много хороших, полезных ресурсов. Без которых мы тоже никак как бы не выживем. Итак, потихонечку собираю до острова эти вещи. И глянем, что будет дальше. Итак, мы уже почти на острове. Давайте глянем, что мне нужно для того, чтобы остановиться. Так, весло, разовый якорь, блин. Разовый якорь, давайте вот так вот сделаем. Камней у нас-то нет. Все, я пошел. Я пошел, потому что нужно очень быстренько. Плотик наш не останавливается. У него якоря нет. Ничего, да тихо ты, акула, блин, ё-моё, блин. У нас нет ни якоря, ничего. И сейчас, секундочку, берем. И мы... Должны с вами, пока у нас этого гребаного якоря нет, все добыть здесь. Все, что есть. Там семена, арбузики какие-то. Есть арбузики? Это вообще ерунда, короче, то, что я сейчас беру. Полная ерунда. Я ни арбузиков, ничего не вижу. О! Арбузи-семечки.
Ха, он остановился. Отлично, вообще отлично, потому что... Блин, рано радуешься. Кентавр, игра сделана так, что его сейчас как бы развернет, перевернет, и нормально все будет. Ну окей, пока он там реально торчит, давайте мы сделаем пару инструментов. Не-не-не-не-не. Вот игра как бы пытается его выкинуть. Топорик, каменный топор. А что с камнями-то? Где у нас добывается, вот тебе арбуз. Где у нас добываются камни? Камни, 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 камушки. Там акула как бы плывет, пытается что-то как бы с нами сделать. А камни у нас будут где-то вот здесь. Блин, не успел, а? Это у нас что? Это у нас глина, скорее всего, даже не камень или песок. Это глина. Ты где? Акула. Блин, это металл. Это металл, сейчас, секундочку. Это у нас песок, скорее всего. Да, он мне сейчас не нужен, по идее. Так, успею? Ни хрена не успею, давайте дальше. Работаем, рискуем, короче, своей жизнью. Плот, надеюсь, еще здесь. Очень это надеюсь, ты где? Блин. Я думал, она промажет, она не промажет, блин. Камушек, вот он. Один камушек. Нам, блин, это ни хрена не камушек. Так, нужно выбираться. Давай, 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 давай. Есть. Плот еще здесь. Отлично. Блин, вот они. Вот они, вот они, вот они, вот они. Блин, реально нужно потихонечку как бы свыкать. Все, надо успевать. Есть, успел. Теперь. Камень добываю. Раз. Для топора. Акула, иди в жопу. Где она? Есть. И еще даже раз. Ударил ее. Но-но-но-но-но, давай, 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 иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Отлично! Отлично! Иди сюда, кому говорю! Итак, забираем, короче, все камни, которые здесь были, и крафтим. Блин, прикольно! Плотик остается на месте. Это очень круто. Значит, строительный молоток. Окей, тогда цветки мне пока что не нужны. Знаете почему? Да потому что они просто для краски. Пока что мне это ни к чему. Красный цветок тоже. Это все выкидываем, это все тоже выкидываем. Нет, не надо. Тоже не надо, это тоже не надо. Вот это все вещи вообще лишние. Они нам не нужны были. Теперь у меня есть молоточек. Дальше. Каменный топорик обязательно нужен. Он у нас появляется вот здесь. Из инструментов. Что еще? Ну, удочка, что ли? Веревочек мало. Сейчас будет. Иди сюда. Рубим. Вот тебе травишка, короче, будет. Досочки появляются, пальмовые листы. Пальмовое семечко. И еще плюс всего этого, что когда у тебя пальмовые семечки, вот, ты можешь поставить грядку на своем острове. Как же ты медленно бьешь. Грядку поставить, и само собой пальмы можно выращивать у себя на острове. Это тоже крутая вещь. Вас добавить можно? Я уже не помню. Походу нет. Ой, с акулой нужно тоже разобраться. Так, что по вещам? Это я выкинул, это я скинул, да? Что нам еще нужно из инструментов? Да, вроде нормально. Крючок у нас поломается, но это не страшно, мы его еще сделаем. Ласты. Могу ли я сделать себе... Где у нас водолазные эти... В смысле, нельзя, что ли? Серьезно? А что, ласты пока еще мы не открыли? Блин. А ну-ка, давайте, зубы в эти, как его... В зубы, или как его там, вы поняли? Отлично. Отлично, отлично, мне нужны ласты на самом деле. А сюда мы ныряем для чего? Все правильно, для водорослей. Если не ошибаюсь, из водорослей делаются ласты, друзья мои, поэтому. Вот такие вот вещи мы делаем сейчас. Отлично, не даем, короче, акуле нас укусить, это очень важно. Блин, это надо добыть. Ты где, ты где, ты где, ты, акула, акула. Вот она, вот она. Отлично, выныриваем, короче. Друзья, это мы, это почти что получается как гайд, блин, по выживанию в игре Raft. Вот так вот, смотрим аккуратненько. Вначале она нас, само собой, немножко коцала. А сейчас мы уже как бы привыкли. И знаем, что к чему. Блин. Ну давай. Давай, 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 давай. Не успел, не успел. Это у нас что? Такс, мне нужен крючок. Это железная руда. Отлично, рано пока что о железной руде думать. Блин, я ее не видел. Я ее в полном серьезе не видел. Все, короче, вылезаем отсюда. Потому что что-то как-то оно и ночь. И она нас сейчас как бы за нами. Хренась! Отлично.
Давай, давай, ща я тебя завалю, блин. Завалю и все. Завалю, кому говорю. Кого там кусаешь? Иди сюда, кому говорю. Давай ко мне, короче. Иди сюда. Эй, плот, стой на месте. Я знаю, якоря у тебя нет, но ничего страшного. Мы можем сделать якорь, само собой. Временный, но не будем тратиться. И да, почти что забыл. Самое главное для нашего плота, это на самом-то, блин, а пальмовых листьев не хватает, это парус. Нам нужен парус, нам нужно весло, короче, флажок, чтобы понимать, откуда ветер и как оно как бы двигается. Так, здесь камень и веревочка. Давайте еще пару веревочек сделаем. Плот уходит, я понял. Он реально уходит. Это значит, я беру сейчас все эти, секундочку, бочки. Тут у нас были бочки. Блин, акула прямо здесь. Да ну, серьезно? Да как же так, блин? Сейчас, нормально, нормально, держись, держись, держись. Все, нам нужно уходить, друзья мои. Нужно уходить, твою мать. Нужно уходить. Есть, ну так. Отлично, мы уходим. Итак, акула будет дамажить наш плотик, само собой. Для этого нам копье должно быть... А можно ей это отремонтировать? А копье не ремонтируется, походу. Не? Нет, ремонт пока что мы еще осуществить не можем. Вот он. Слава богу, мне хватило для того, чтобы отбить акулу. Круто. Иди сюда. На тебе новое копье. Правда, мы ее вот сюда вот поставим. И начинаем дальше добывать ресурсы. Плюс к этому сейчас мы начнем потихонечку расширяться. Без расширения никак. Секунду. Молодец. Отлично. Начинаем, друзья. Где у нас расширение делается? Я уже и забыл, скорее всего, вот здесь в строительстве. Что у нас есть? У нас есть вот такие вот вещи. Ага, окей, есть и такие вот, есть и... И вот такие, это потолочек, это вот, что такое? Арматурный фундамент, арматура для фундамента. Хорошо, но нам пока что нужно вот это вот сделать. Так, первый пошел. Второй пошел, расширяемся, друзья мои. Отлично. Отлично, чтобы я отсюда как бы не падал каждый раз. Ага, все, не хватает, я понял. Как же много я пропускаю сейчас на самом-то деле. Вот. Вот так вот это и работает. И сети, сети нужно обязательно сделать сети. Новый ящик. Ух ты, замечательно, чего? Теперь вы можете изучать приемник. Быстро, немножечко волны поднялись. Тихо-тихо-тихо, но это не страшно. Это не есть страшно, иди сюда, ты тоже иди сюда. А... Тихо, не падать. Какие звуки страшные, блин, под водой-то, а? Как будто еще все трещит по швам. Но на самом-то деле у нас-то плот-то довольно прочный. Блин, промазал. Шикарно. Собираем, собираем, собираем. Бочечка. Шикарно. Короче, что у нас получается? Немножко волны поднялись, но это не страшно. И давайте же сделаем, потому что у нас уже есть такая возможность, сделаем себе парус для нашего красавца плота. Отлично, вот тебе парус. Хлам, пальмовые листья, все что хочешь, короче, для этого у нас есть. Кстати говоря, всю ночь продержался и вроде бы как нормально. Мне нужно типа ровно поставить, да? Ну на тебя. Вот это будет середина. Вот так вот. Все, парус есть. Это круто. Стоять! Блин. Ну и хрен с тобой. Занимаемся другими вещами. Итак, где у нас чемоданчики делаются? Рабочий стул есть. Маленькое хранилище, потому что другого у нас пока что нет. Делаем себе маленькое хранилище. А вот где-то здесь. Экономим. Не-не-не-не, экономим немножко места. Пусть будет здесь. Что такое? Не... Ага, мешает, отлично. Все, хранилище есть. Чтобы, типа, складывать разные вещи. Это пропадать... Не должно, смотри. Отлично. Там плюс к этому чертежи. А что так мало? Чертежи разные могут быть в таких вот бочках. Это есть тоже хорошо. Блин, за бочкой нужно реально идти. Фига себе, блин, меня волна тут. Блин, акула, я извиняюсь, но я наглый как бы, поэтому. Бывает. Бывает, 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 бывает. Блин, мне скоро нужно будет еще и кушать и пить-то, ё-моё. Вода еда кончается, давай.
Эй, блин, не успел. Нет, тихо, промазал плотик. Ху, слава богу. Так, вода заканчивается, друзья. Что у нас по воде и по еде? Вот тебе еда, вода, пустая чаша, обычный опреснитель. Мне нужен... Да, опреснитель, в принципе. Все для этого есть. Немножечко страх потеряла наша акула. Здесь само собой можно починить. Слышь? Как тебя чинить-то? Что-то она раньше так чинилась, вроде бы как. Так, секундочку. Нет. Right mode удерживает для других частей. Да, не нужно мне... А, вот оно. Вот так вот. Отлично. Отлично. Что у нас еще здесь было сломано? Вот здесь вот. Все, это тоже заранее нужно как бы чинить, само собой. Без этого никак. Что я хотел? Погромче сделаем. Я хотел сделать себе опреситель. И поставить его сразу же, так как без него никак. Мне вода нужна будет сейчас и прям скоро. На. Чаша. Пустая чаша. Изготовить. Берем воду. Наливаем сюда. И ждем. Блин, положить доски. Вот. Серьезно? А раньше разве так было? Очень странно. Так, арбузик у меня есть, как бы, но... Но все же. Оно, походу, так было. Я чего-то не помню. Так, вы чего тут? Ты где? Вот. Собираем дальше, друзья мои. Собираем! Акула, иди в жопу! Акула, пошла отсюда! У меня важные дела, короче. Тихо-тихо-тихо-тихо. Держи себя в руках. Нормально все? Нормально-нормально. Ты где? Идет. Акула за нами идет. Нужно ее видеть. Ты где? Твою мать. Не увидел. Блин, слава богу, что только одна плывет к нам. Ну-ну-ну-ну-ну. Успею. Не успею. Есть. Сделаем музыку чуть-чуть потише, а то она прям очень громкая. Ху, водичка. Водичка есть, да. Все-таки так она была. С водой у нас так оно все и было. О, островочек еще больше. Значит, мне нужно сейчас на самом деле подумать о якоре. Разовый якорь. Так, блин. Что с этими камнями всегда проблема-то? Блин. С камнями реально траблы у нас есть. Так, тогда я соберу еще немножечко ресурсов здесь. Потихонечку, давай. И там быстро добуду какой-то камушек. Это тень такая, да? Добуду камушек и сделаю якорь. А сетки, кстати говоря, я уже могу делать или не могу делать? Сети для ловли. Для ловли. Мокрый кирпич. Погоди, а где они у нас будут делаться? Может, вот так? Такс, нет, сети здесь не делаются. Блин, нужно вспомнить, так, стоять. Иди сюда, ресурсы. Ну-ну-ну, ты где? Вот он. Все, короче, я пошел. И камень добыл. Акула, тихо. Тихо, нормально. Друзья мои, успеваю, мне нужен. Потому что мне сейчас плот, блин, остановится. И еще, может, даже дальше. Да, он поплывет дальше. Якорь временный, готовься. Иди сюда. На. Ну, ты где? Где тебя поставить-то? Во. В смысле? Какой поднять? Спустить? А, вот так вот. Хренась. Все, мы остановились. Но, конечно же, немножечко неудобно остановились, но ничего страшного, как бы, нам это не помешает. Итак, место в инвентаре у нас, ну, я кое-что здесь кинул. Вот у тебя вода, кстати говоря, это чистая? Выпить. Ага, это чистая была, да? Была чистенькая, нам еще, сейчас мы себе приготовим еще немножечко воды, пусть будет. Да, одна чаша только. Давай, выливай. Выливай, я кому говорю. Не-не, выпить. Right mouth button. Есть, отлично. И арбузиков, в принципе, тоже можно съесть. Второй. Шикарно. С едой более-менее у нас нормально. Картошечка еще есть. Но мы сейчас с вами пойдем потихонечку. Да, звуки такие прям страшные. Страшненькие звуки. А ты этим добавишься, не? Акула прям хочет нас за эту, за жопу прям хренась. И на тебе.
Ну окей, давай добудем тогда немножечко досок и всяких ресурсов. Ну, падай. Кокосик, кстати говоря, тоже для еды. Он нам прям замечательно зайдет. Давайте как минимум глянем просто, что на этом острове есть. Он немножечко больше, чем тот. Ага. Ага, вот тебе чей-то схрон. Ящик. Оу, у нас и болты, короче, и шарниры, и все, что хочешь. Довольно интересные вещи. И арбузика два штуки. Два штуки, блин. Так, здесь, походу, человек жил. Кто-то здесь выживал. Ананасик. Как же здесь прикольно, а? Игра очень простая такая, как бы, по сути. Вот это наш путь, мы сюда как бы проходили. Если у нас были бы сети, которых я еще не сделал, то было вообще круто. Можно было намного больше вещей собрать. Ананасик. И что такого интересного здесь еще есть? А ничего, все остальное, что здесь у нас находится, это будет походу на дне этого острова. Ну, в смысле, в воде, то есть. На основании. Здесь ничего не добывается. Цветочки всякие. Инвентарь почти что забит. Нужно еще там пару ящиков поставить, чтобы освободить себе инвентарь. Блин, а якорь-то временный, я забыл-то, ё-моё. А нет, он уже не так ломается. Он у нас ломается, типа, он трехразовый. Вроде. Тут пока не написано, но он вроде бы как трехразовый должен быть. Фу, что я пока еще стою? Твою же за ногу, блин. Акула. Пока мы еще стоим, что можем еще скрафтить? Вот тебе весло. Ну, которое пока мне не нужно, что ли? Гвозди, шарниры, флажок. Кровать. Рабочий стол, кстати говоря. Да, рабочий стол. Стоим на якоре, значит, вот тебе и рабочий стол. Давай мы тебя поставим, короче, где-то. Парус у нас туда идет. Ну, короче, стой, стой, стой. Да пусть будет здесь, временно вот здесь. Отлично, правда, нужно это все дело починить. Где там она кусала? Вот, отлично. Рабочий стол есть. Вот так вот. А можешь убрать? Вот. Что у нас тут есть на рабочем столе? Открываем, и здесь мы изучаем всякие вещи. Скорее всего, те же сетки мы здесь будем изучать. Пока что я смотрю, что изучать мы ничего не можем. Хотя нужно, да, нужно. Игра. Нормально все. Это волны такое делают, да? Да, нужно пожертвовать, короче, гвоздями. А можно одну штуку поставить? Да, можно, нормально. Все, мы изучили с вами гвозди. Изучено. Отлично, мы пока что не могли их делать. Ставим сюда болты, изучаем болты. Изучили болты. Смотрите, большую грядку как бы можно сделать, но она делается только если ты изучишь, допустим, ту же веревку и бла-бла-бла. Так, значит, давайте создадим прям сейчас веревочку. Вот так вот, одну штуку чисто для этого. Иди сюда. Изучить. Досочки, короче, я понял. Мне кажется, что раньше какие-то сложные ресурсы нужно было сюда ставить, чтобы изучить все это. А теперь нифига, блин. Теперь... Или так оно и было. Вот тебе хлам тоже сюда закинем. На изучение. Во! Во как, короче. Железные топоры можем делать. Всякую хрень, короче, можно уже творить. Это есть прикольно. Камень. Камень у меня остался. Камень на изучение. Вот для этого нам и нужен верстак, походу. И сок лианы. Отлично. Круто, когда у тебя есть место, где посидеть. У тебя здесь и ресурсы. У тебя здесь все подряд. Что еще можно? Шарнир потратим на изучение. Конкретная такая тема. Железный слиток. Это мы изучаем сейчас все вещи. Да, давай, короче, все подряд нужно поставить. Пластик. Я не знаю, что еще можно. Кружка не нужна, это не нужно, не нужно. Из ресурсов вроде все поставил. Водоросли ставил вроде, да? Да. Не, не ставил, походу, такие не ставил. Окей. Научиться. Научиться, 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 научиться. Это мы сейчас учим. Вот так вот мы научились. Много чего сделать. И все. Теперь мне нужно
Походу, я могу уже сделать какой-то получше ящик, нет? Да, хранилище покруче. Для этого хлама много нужно. И веревок много. Чего у нас, к сожалению, нет. Так-с. Фрукты туда. Нам это сейчас пока что не надо. Хотя этот можно съесть. Смотри, вот так вот. Опс. Расть, двасть. Отлично, водичку себе набираем. Весь контакт. Освободили себе инвентарь тем самым. И обычная кровать, чтобы пропустить ночь. Рабочий стол у нас есть. Крюк покруче нужно будет сделать обязательно. И топор получше, само собой. Короче, мне нужны эти вот пальмы все-таки срезать. Все, которые здесь есть. Давай. Давай. Скаласта наш. Давай, отлично, молодец. Там сверху, мне кажется, была еще одна. Да, я же говорю, была. Вот она. Но, опять же, нужно плавильню, короче, поставить. Нужно сделать себе уже железные инструменты. Минус акула. А что вы думали, ее нельзя было убить? Можно было. Давайте удерживаем, чтобы подобрать. Короче, мясо сырое, акулье мясо. Это можно будет пожарить. И будет у нас счастье. А пока что я тут еще соберу немножко вещей. Так как акулы сейчас нет. И я могу спокойно добыть себе все, что нужно. Камни, водоросли. Ну и мало ли, может там еще что-то валяется. Хотя здесь у нас ни хрена нет. Это у нас начальные локации. Так, а потихонечку, пока акулы нет, реально буду сейчас лутаться. Сколько же здесь водорослей, ё-моё, блин. Давай, собираем, Тихо. Сейчас подышим. Сейчас все будет. Давай. Отлично. Красота вообще, блин. Пылесошу прям. Прям как пылесос работает. Все, забираю. Так, что-то... А, места нет в инвентаре, блин. Нам гигантский моллюск нужно, по идее, блин. А что скинуть-то? А, не знаю. Короче, это у меня по-любому кончается. Все. Это у меня кончается. Значит, иди сюда. Отлично. И сейчас сделаем новый крюк. Не проблема. И даже сделаем, наверное, новый. Ну, самый, который крутой, типа. Я смотрю, мой персонаж сейчас еще кушать потребует. Соответственно, мне нужно сейчас заготовить ему обычный гриль. Так. Стоять. Веревочки этого... Не должно было быть, она... Короче, блин, у меня места в инвентаре нет. У меня всегда проблемы с местом в инвентаре. Давайте мы еще тогда скинем временно вот это сюда. Мы это поднимем. И сделаем себе обычный гриль. Вот я, обычный. И куда мы тебя поставим? Блин, ну... Здесь, что ли? Пока что здесь их по-любому можно менять. Короче, местоположение. И с этим можно очень легко разобраться. Иди сюда. Отлично, пусть готовится. Вот так вот. Мне бы еще лампочку. Лампочку, так как здесь лампочка. Ну, вот, фонарь, хлам. Че с хламом? Слышь, хлам, ты где хлам? Блин, а хлама нет. А хлама-то у нас нет. Ну тогда придется нам кушать пока что. Давайте кокосики покушаем. С ними по-любому другое как бы и не сделаешь. Блин, хлам закончился. Ты прикинь. Там жарится. А я пошел за хламом. А давайте пока... Вот солнышко, кстати, поднимается. А ну-ка, иди сюда, пластик. А у нас же есть чертежи, блин. А как их изучать? Ну-ка, сейчас вспомним. Вот так вот. Используется с приемником. Это антенна. Чертеж для антенны. Мы его сюда изучать будем? Да... Написано изучено. Странно. Давай вот здесь, короче. Хм. Никак не нажимается. Ловит что-то там. Это вот радиосигнал, это нам понятно. Ага, понял. Секундочку. Первая страница. Ты искатель приключений. Так, сплот твой дом, бла-бла-бла и так далее. Это у нас как бы было. Это у нас прям самое начало. Ну-ка, секунду. Еще глянем, что-то у нас есть. Ничего не открывается. Первая страница. Ну, само собой, это у нас первая глава. Короче, эти вещи все-таки изучены, я, походу, их могу уже крафтить, если якобы захочу, да? То есть открываем вот сюда вот. И где это будет у нас крафтиться? Сачок. Фонарь. Да, я понял. Короче, здесь написано, что можно изучить на рабочем столе, но это уже изучено. И, как я понимаю, вот он, приемник. Да, вот и здесь чертеж приемника, и здесь. Но нам нужно для этого микросхемку, короче, создать, и потом у нас получится изучить даже микро... то есть этот приемник, это уже есть хорошо. Что там у нас пожарилось, нет? Не пожарилось, прикинь. Так, ну-ка иди сюда, давайте еще один кокосик съедим.
Еще не готово. Ё-моё, блин, сколько дерева нужно для этого. Так, давай, съешь. Вот этот я понимаю. Вот эта вот еда, короче, для... Для королей, блин. Акулье мясо, это хорошо. Так, пока что акулы нет. Смогу ли я? Успею я? Акула у нас вообще с другой стороны. И я хочу успеть взять эти вот два ящика. Они, кстати, разные. Вот тебе бочка. И вот тебе большой ящик, где много всякой хрени. Вот так вот, да? И вот так вот. Так, а где акула? Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Смотрим за акулой пока. А, вот она, блин. А то я думал, что нет, ее нет. Нифига, блин, а. Все. Блин, ну что, я не успеваю. Иди сюда, кому говорю. Не хочу. Так, давай вылезу и смотрим, есть ли у меня хлам. Добавлен. Две штуки, а надо три. А надо три хлама. Текс, текс, текс. Там у нас пластик, мне нужно сверху глянуть. Поднимись, ё-моё, ты же у нас скалолаз хороший. Давай. Отлично. Хлам не вижу. Ничего, короче, придется еще крюк обычный сделать. Такс. Раз чертеж приемника изучен, я его скину. А он мне не нужен. И... Так, 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 так. Обычный крючок. Иди-ка ты сюда. И пошел добывать. И хлам, и всякую хрень. Правда, с акулой нужно опять же аккуратничать. Так, иди сюда. Но она же с той стороны была, вроде бы как, да? Вот я хлам. Молодец, иди сюда. Песочек пока что не нужен. Так, на четвертый слот у нас, да? Я должен запомнить, где у нас копье. Молодец. Вот таким образом, друзья мои, нехитрым добываем и камни, и хлам. Так, кстати, сюда. Как я понимаю, мы должны уже отсюда уматывать. Так, убираем якорь. Да, он вообще одноразовый. Я думал, он многоразовый, но ни хрена, блин. Он одноразовый. Итак. Итак, смотрим, как у меня сейчас будет поворачиваться плот. Это мне прям интересно. Погоди, если я сделаю... Нет, давайте, никакой не того. Давайте хранилище делаем. Так как у меня просто-напросто нет места. Вообще места не хватает ни для чего. Прям вообще. Во-во-во, нормально, нормально, нормально. Отлично, отлично. Сюда мы можем складывать... Ну, это мне понадобится. А акулье... Сказал, хотел сказать лицо, но нет. Это как бы, увы и ах. Это не лицо. Чертежи. Пусть здесь остаются. Антенна. Антенна, антенна. Мы плывем, да? Да, мы пошли дальше. Но меня развернуло, блин, так, что... Ай-яй-яй-яй-яй. Могу ли я вот так вот сделать? Да, он вообще по кругу крутится, поэтому ему параллельно. Смотрим, где у нас... О чем мы смотрим? Мы ни хрена не смотрим. Ну-ка, давайте я уберу его. Давай, убрать. Не-не-не-не, не так. А как тебя убрать? Не-не, ну не полностью убрать же. Не-не-не, не полностью убрать. Погоди, а ну-ка убери все из рук. Для плавного вращения. Серьезно, вот так вот? Да не так же, ё-моё, блин. Игра, блин, ты что прикалываешься? Открыть и закрыть. Как его, парус-то? На Е, просто не было написано. Окей, понятно. Хорошо, тогда смотрим, куда идет наше течение. Сейчас у нас появится, вот оно течение, да? Вот оттуда, короче, и туда. И по идее я уже якобы могу ставить вот эти вот сети. Гвозди нужны, отлично, они делаются из, не написано из чего, но мы как можем здесь их сделать. Сейчас посмотрим, вспоминаем, как говорится, детство. Из хлама, и вот тебе одна якобы сеть. Сеть-ловушка. И веревки. Блин, а веревки у нас не буду делаться, потому что у нас нет места. И что такое? А что у меня в руках? И что такое? Подарок какой-то? Это как понимать? Не, место у меня в инвентаре есть. Место у меня есть. И что с тобой делать? Вау. А вы кто тут вообще? Вы куда поехали-то? Поплыли, полетели, то есть? Ой, там еще один маленький остров. Прикольно, раньше этого не было. А что с тобой делать? А, распаковывать, блин, ё-моё. Изучена картина. Вы научились что-то там делать, картину, короче. А где мой крюк? Крюк я уже сломал. Стой. Можно? Не можно. Хлама у нас нет. Давай делаем пока что по-прежнему самый обыкновенный крюк. И, блин, дальше добываем ресурсы, блин, ё-моё. Иначе тут никак не выживешь.
Иди сюда. Я вижу кое-что, я вижу там маленький островочек, правда у нас течение вообще другое, но хотелось бы поплыть на него. Соответственно, направил парус туда и посмотрим, если это у нас получится. Ну-ка, акулу можно? Нет, нельзя. Да, все, что нашло в нашу сторону, оно все сейчас пропадает. Но мы потихонечку плывем к этому маленькому острову. Я, кстати говоря, хотел поставить себе флажок, чтобы знать, откуда идет ветер. Давайте мы прямо сейчас поставим. То, что у тебя тут парус есть, это одно, а ветер, когда у тебя показывается, это совсем другое. И вот так вот. То есть течение, на самом деле, вот мы плывем сейчас туда, а течение, на самом-то деле, оттуда, ну, в смысле, ветер как бы нас двигает оттуда вон в это вот направление. Поэтому потихонечку на упреждение взял парусом вправо, так как у нас течение еще уносит влево, да. Поэтому парус туда пошел. Блин, а могу ли я сейчас этот... давайте сделаем временный якорь, так как мы это можем себе позволить. И... ну сюда, короче. Вот так вот. Сейчас глянем, куда мы приплывем. Малюсенький вообще островочек. Бросаем. Поднять и... таданс! Стоять, куда пошел. Тихонечко, тихонечко. Все, короче, можно вылезать и смотрим, что и куда мы с вами добрались. Так, знаю, что ночь, но ничего страшного. В этой игре ночь более-менее видна. На ютубе, по крайней мере, да. И можно здесь немножечко походить, побегать. Галяну, что тут хорошенького? Мы найдем, а нифига не найдем, кроме как еды немножечко, воды. Ну, в смысле, эти арбузики, ананасики. А давай прямо сейчас прям ананасики съедим. Почему бы и нет. И это что у нас? Это у нас манго. Отлично, они не вырубаются обычно. Ну, в смысле, они не добываются вот так вот. Только если ты вырубишь полностью это вот дерево. Итак, манго тебе падает. Два манго, досочки и еще манго. Хорошо, это тоже вырубаем. Дневное время суток. Оглядываемся. Да, в принципе, ничего такого. Но опять же, кроме как обыкновенного лутания. Сейчас мы еще нырнем вниз, посмотрим, что там у нас хорошего есть. Так, здесь пока что ничего, надо спереди. А давайте я себе создам ласты, чтобы можно было быстрее двигаться и делать всякую хрень. Короче, смотрите, водоросли, сок лианы. Но для того, чтобы сделать сок лианы, мне нужна плавильня. Давайте глянем, есть ли у нас такое здесь. Здесь у нас всякая хрень, конечно же. Плавилку я не вижу. Обыкновенные грядки. Это не то, не то. Погоди, а где плавильня? Что мне нужно сейчас сделать? Выучить, то есть. Давайте глянем, она как бы здесь должна быть. Слышь, плавилка. Котелок. Ингредиенты приготовить прекрасную еду. Нет, это еда, это другое. Плавилка, вот она. Это нам нужно для этого изучить сухой кирпич. Короче, мне нужно создать сухой кирпич. А сухой кирпич как делается? Это как-то здесь. Да, мокрый кирпич. Вот он, это песок и глина. Сейчас будет у нас и плавильня, ё-моё, блин. Глина и песочек. Иди сюда, блин. Так, вот так вот. Все, создали, короче, такой вот кирпич. Но он, правда, мокрый. Изучай. Блин, сухой должен быть. Погоди. На. Тадынц. Не знаю, сколько времени ему надо, но мы подождем. И еще у меня, вижу, есть подарок. Давайте глянем, что в этом подарке. Опять же, какую-то хрень нашел. Распаковываем. Часы. Можно поставить часы. Хорошо, это очень хорошо. Пока что нам некуда их ставить, но ничего страшного. В принципе, мне кажется, можно даже сюда поставить. Но это надо скрафтить. Поэтому пока мы идем добывать всякую ерунду, а потом сделаем. Блин, погода, тихо, погода. Держи себя в руках, блин, нормально же все. Че ты? Так, мне нужен болт. И вроде гвоздь, если не ошибаюсь. Хочу сделать нормальный себе крюк. Так, хлам, три штуки еще. Сюда. Вот! Вот это я понимаю. Так, ты куда пошел? Давай чисто ради интереса глянем. Ты еще мокрый? Скорее сюда. Давайте чисто ради интереса глянем, как быстро он работает. Смотри. Вот такой вот обычный крюк. Самый-самый простой, самый маленький. Ну, типа, самый первый. И, типа, делаем вот такой вот крюк. Берем. О, вот это уже скорость добычи. И плюс к этому, само собой, это должно добывать ресурсы, которые плавают, помимо нашего корабля, довольно далеко, короче. Кидается далеко, скорее всего. Отлично. Работаем.
Сколько здесь водорослей-то? А ну-ка все сюда, все ко мне. Так, водичка, в смысле воздух. Воздух, дышать. Нифига себе, я уплыл. Далековато и опасно. Правда, я акулу как бы уже завалил, но ничего страшного. Сейчас появится другая, они обычно быстренько довольно появляются. Так, отсобираем. Сок лиана нужен будет для печки, конечно же. И нужно, само собой, сделать больше этих кирпичей, так как печь нуждается вроде бы как в этих кирпичах. Поэтому и глину сейчас собирать буду, и песок. И потом поставим все это вот на сушку. Еще один кирпичик. И еще один кирпичик. Этот сухой кирпич забираем и смотрим. Что? Да не-не-не, что ты, куда ты? Вот так вот, изучаю. Изучить. Хренась, и у нас открывается, конечно же, плавильня, которую мы можем изучить. И, само собой, где-то она открывается здесь в крафте. Вот она, плавильня. Для этого нужно 6 сухих кирпичей, 6 гвоздей, которых уже есть. Блин, правда, хлама уже не хватает. И, ну, понятно, все это будет. Правда, 6 кирпича. Так. Это у нас медь. Но медь пусть будет к меди. Мне нужен песок и глина. Все больше и больше песка и глины. Но тут акула, блин, уже заявилась. Здорово, блин, ё-моё. Ну давай. Это уже повторно так она заявилась. Иди сюда, блин. Добью. Хотя, блин, не надо. А тут железное копье. Когда нам будет доступно-то? Что-то оно как-то не открывается. Бедненький акуленок, очередной акуленок. Сейчас воздух кончается, но нормально. Самое главное, мы сейчас добываем ее и спокойно после вот такого вот события, когда акула уже как пропадает, можно дальше лутаться. Так, сломаем в себе еще один крючок, потому что я их почему-то сделал слишком много. Так что давайте мы его потратим. Но, правда, говорят, что нужно якобы оставлять труп акулы надольше. Он пропадет сначала труп акулы, и потом только появится новое. То есть тайминг нужно оставить, чтобы он как бы тоже прошел. Чего я забыл сделать. Да, это как бы мы знали раньше, но сейчас нужно как бы тоже все это вот дело немножечко вспоминать. Поднимайся. Опля! Под водой даже. Ящик. Офигительно. Ящик под водой. Много чего мы взяли сейчас хорошего там прям. Тихо. Дыши. Дыши. Нормально. Акулы пока что нет, поэтому я еще добываю. И очень хорошо работает вот этот крюк, который железный, якобы из хлама, из железа или из чего он там сделан. Один раз нажал и добываю что одно, то другое довольно быстренько. Так, что там у нас? Немножко железа есть. Отлично. Идем дальше. Хлам. Акула, здрасте. Все, короче, пора походу уплывать. Вот это вот так вот сделаем. Ты где? Айтс, не успел, блин. Вообще не успел. Хреново, что не успел на самом-то деле. А, бери. Ты где? Где она? Я же... Она же должна была быть близко. Вроде бы. Ха. Странно. А акуленок наш пропал. Давайте за водорослями. Итак, я думаю, можно уже, короче, сваливать отсюда. Это означает, что мы сейчас направляем свой парус чуток подальше от этого острова. Ветер дует туда. Что мы ударились? Не ударились просто. Я сделаю вот так вот. И убираем, конечно же... А что, меня крутит, что ли? Ха, прикинь, меня крутит. А могу ли я его толкнуть? Сейчас, секундочку. Акулка, иди отсюда. У меня тут эксперимент, короче. Да, иди ты отсюда. Серьезно? Не толкается, да? Да погоди ты, ё-моё. А, вот так вот. Блин, не толкается он, не хочет он толкаться. А как мне его развернуть так, чтобы было хорошо? Вопросик. Так, как тебя потянуть как-то, что ли, чтобы было ровненько? Вот. Придется боком. Стоит. Убираем, короче, якорь и потихонечку отплываем от этого острова, что можно было дальше плыть, скажем, по течению. Так, хорошо. Мне кажется, можно даже вот таким образом сделать. Или хотя пусть плывет, короче, сам по себе плод. Вот так вот, наискосок. Итак, друзья, у меня кирпичи, короче, все засохли. Это нам нужно, значит, 6 штук. Давайте берем, короче, 6 кирпичей. Есть контакт. Теперь мне нужна была вот эта плавилка.
изготовили плавилочку. Ух ты ж, какая-то немаленькая-то, а? Ну, пока что... Тихо. Пока что пусть будет плавилка... Вот здесь. Вот здесь, да? Ну, короче, вот здесь. Самое главное, что мне ее не сломали. Мы расширимся. По-любому расширимся. Так, вот таким образом мы отдаляемся от этого острова. Блин, погода, конечно же, громкая очень. И ставим досочки, да, чтобы это же все-таки плавилка. Потом берем, само собой, эти вот водоросли. И потихонечку это будет плавиться. Вот таким вот образом. Водоросли будут плавиться. Тем самым, то есть тем временем, мы можем сделать пару веревок. Вот. Аж 8 веревок. Ё-моё. Для одной сети ловушки. Это же капец, бля. Так, доски у нас есть? Ха. Доски закончились, ты прикинь? Иди сюда, доски. Досочки. Досочки, не заканчивайте. Секундочку, иди сюда, кому говорю. Крючок у меня покруче сейчас, поэтому должен сработать на ура. Типа он дальше как бы там выкидывается, вроде бы собирает быстрее. И бочечку, сейчас, секунду. Это могу, можем вот так вот. Это вот так вот. И отлично. Отлично, друзья мои. Потихонечку собираем. Да пусть будет тоже со мной. Ну и пальмы тоже нужны для веревок. Сюда иди. И потихонечку. Все, убери. Молодец. Потихонечку, короче, можем сделать вот такую вот одну сеть. Сюда. Отлично. И я бы на самом деле сделал себе расширение. Это значит вот туда. Вот туда вот. Раз мы вот так вот плывем, да? Вот так. Ну да, потихонечку расширяемся. Что тут сделаешь-то? Вы знаете, почему мы расширяемся вширь? Потому что все это делается для сетей. Смотри. Ну-ну-ну, повернись. Во! Отлично. Есть контакт. То есть с этой стороны эта вот сеть будет собирать всякую хрень. То есть всякий хлам. Это есть хорошо. Печка. Иди сюда. Давайте мы еще сок лиана немножко туда засунем. И пусть там плавится. А здесь этот сок, то что мы сейчас с вами вот замутили, можно... В смысле изучено? Секундочку. Серьезно? То есть он тебя даже таким даже изучил даже? Странно. Очень странно, то есть водоросли поставил, и он уже изучил даже вот такую вот хрень. Так, секундочку, иди сюда, тебя тоже немножко потратим. А что мне нужно, для чего мне нужна была лиана, то есть сок лиана? Ага, вот для чего, я понял, для ласт. Мне нужно целых 5 штук, тогда мы собираем потихонечку все вот это дело. Здесь пусть плавится, и будем, конечно же, делать себе ласты. Ну, вы же сами поняли, что чем быстрее ты плаваешь, тем быстрее ты уходишь от акулы и быстрее, само собой, лутаешь. Там у нас плотецкие. И здесь у нас с левой стороны еще один островочек. Короче, я чувствую, что мы возьмем этот плот. И поплыву-ка я потихонечку к этому острову, если... Короче, здесь еще такой момент, что можно выбрать, или туда плывем к этому плоту, или вот туда. Но туда будет нелегко плыть. Так как... Сейчас давайте мы сделаем себе инструмент на всякий пожар. Ага, досок не хватает, ты прикинь. И веревок не хватает. Так, ну я, короче, на упреждение. Даже сейчас, погоди. Не, без этого. Я пошел. Акулькин, извиняюсь. Да тихо ты, соберись ты, ё-моё, нормально все. Опля, пошел. Все, ящик взял. Где-то здесь что-то еще может быть еще на крыше, нет? А на крыше здесь у нас нифига. Нифига нет. Все, обратно к плоту нашему. И быстренько. Опля. Парус. Влево, мне кажется, было. Влево. Да, остров влево. Слышь, бочка ко мне, как говорю. Воу, еще справа тоже есть. Короче, между нами получается. Да, с правой стороны острова, смотрим вправо, да? И влево островочек, там больше пальм, поэтому туда плывем. И что у нас, 6 сети поймали? 8 предметов, однако. Вот тебе доски, вот тебе пластик. Одна сеть, блин, но столько вещей поймала. Это есть очень приятно. Давайте дальше водоросли ставить. Блин, мне, чтобы сделать нормальный, ну этот, как его, временный якорь, мне нужен
Нужны доски. А доски у нас полностью закончились. Или веревки, то есть. А, погоди, блин, ё-моё, иди сюда, елки зеленые. Все у нас есть, секундочку. Островочек довольно такой интересный. А я думал, что-то у нас закончилось. Ни хрена у нас не закончилось, друзья мои. Все у нас как бы есть. И, блин, а левее можно? Можно левее? Левее, левее, вот туда вот. Вон туда вот. Мы туда плыть будем, не? Еле-еле, короче, плывем. Сейчас я поставлю этот временный якобы якорь. Где ты у меня? Ты у меня здесь? Вот сюда, типа, что ли? И ждем. Поесть, конечно же, тоже не нужно забывать. Вот так вот, молодец, красавчик. И ставим следующий кусочек акульи. А акульево мясо вот сюда вот. Да и воду, в принципе, можно наполнить. Иди сюда. Сейчас нормально будет. А то тут и попить, короче. А, нельзя, короче, понял. Вот так вот берем, короче, новую бутылочку. Отлично. Новую водичку соленую. Блин, мы туда никак не доберемся. Да, мы туда. Я же тебя не бросил, не бросил. К сожалению, мы никак. Вообще, это полностью против течения получается. А против течения никак не, нельзя. Мы просто остаемся на месте. Так, вопрос. Можно как бы сейчас рискнуть. Если я сейчас сделаю себе ласты. Ай, ты ж твою же за ногу, блин. Тихо, 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 что такое? А ну-ка, спусти, как кому говорю. Ну, убери. А что ты не работаешь? Слышь? Твою же собака. Мать. А вот этим... Вот падла, блин. Вот это вот падла. Как же меня сейчас это врасплох взяли-то, а? Ёлки-палки. Копье. Ха, досок нет. Нам нужно срочно плыть дальше. Срочно. Не получается ничего с этим течением. Ну, в смысле, с этим островом. Вообще ничего, потому что это было против течения. И, к сожалению, так не работает. К великому сожалению. Давайте мы кое-что сейчас сделаем. Копье мы сделать сейчас не можем. Открываем ящик, смотрим здесь. Здесь у нас ничего, и здесь досок нет. Срочно нужно плыть, пока наша акула нас не забила. Так, тогда мы открываем и плывем быстрее по течению, чтобы быстрее приходили к нам ресурсы. Ну не по течению, а по ветру. Все, поехали. Вот так вот. Ждем досок. Так как, блин, с помощью топора, мне кажется, с акулой ничего не сделаешь. Будет, так сказать, нам уроком. Выбираешь или тот плот, который плывет к тебе, или выбираешь вот такие вот острова. К сожалению, вот такой вот урок. А если я в плавилку засуну... Не-не, пусть идет. Засуну железо. Давайте мы железо и медь сюда поставим. Вот таким вот, допустим, иди сюда. И вот так вот. Ты давай там плавься. Так, стоямба, доска, доска, блин. Хрен с тобой, берем вот это. Ай-яй-яй, далеко. Отлично. Есть контакт. Бочечки. Сплавилось. Есть. Сейчас мы сюда поставим и железо, и медь. И попробуем опять же это засунуть в этот... Ага, в рабочем столе, которого у нас сейчас нет. Блин, надо все исправить, надо построить его заново. Ласты хочу сделать, да? Давайте веревочку сделаем. И ласты. Вуаля! Вуаля, друзья мои. И как мы тебя раньше одевали, я уже и не помню. Как тебя одевать-то? Так, секундочку. Нет, так мы тебя не одевали. Блин, я хочу на ласты, ну, в смысле, ластами как... Или он уже как бы одел их? А ну, секундочку, где у нас это от третьего лица? Режим. А, вот, ё-моё, блин. Иди сюда. Отлично, я в ластах, короче. Сейчас, по идее, я могу плыть быстро. Соответственно, я сейчас якобы рискну. Акула меня это вот доставать не может. Потому что якобы я шустрый и быстрый, да? И могу здесь забрать то, что мне как бы понадобится. Вот, плотетки, короче, к нам плывет. Это уже хорошо. Сейчас он прется даже. Я даже тот этот якорь не хочу для такого маленького острова тратить. Поэтому мы вот только так сделаем. И посмотрим, если какие-то ящики здесь еще будут. Но-но-но.
Все, плот уперся. Это забираем, это как еда. Так, там у нас акула плавает. Что такое? Места не хватает. А что выкинуть-то? Ананасовая семечка. Что выкинуть? Ну, один картофель как бы выкину. Ничего страшного. Один картофель мы с вами выкинем. Уперся? Нет, уплывает, блин. И ящиков никаких нет, да? О, еды нет. Так, давай поешь. Поешь, чтобы хорошо было, чтобы двигаться можно было. Отлично. Рискованно, конечно, так делать, но что поделаешь. Иначе никак. Вот тебе еда, вода, короче, все было. Мы сейчас по краю идем. Акула, здрасте. Да иди ты. Иди ты. Я тут опасный парень, короче. Поэтому ничего с нами не будет. Тихо. Нормально. Плот держится. Вот по идее она меня сейчас не может достать. Не может. Ну, может, потому что я в нёб. А что такое? Не влезает. Блин, у меня места нет. Так, сдавай на плот. Так, рискованный я парень, но все же. Давай сюда, туда, короче, туда-сюда. Это все мне не надо. Что за вещи там я еще не взял? Эй, бульк. Тихо, что-то было. Да твою же за ногу. А чего не берет-то? Вот сейчас взял. Отлично. То есть в ластах, как я понимаю, ласты у меня тратят. Смотри, я вот назад плыву, и она не даст. Ну как бы... Не, достает нас. Да. Но не так быстро, по крайней мере. Если от нее захочешь уплыть, то это все же возможно. Все, короче. Отплываем от этого острова. И я хотел... Что я хотел сделать? Я хотел тут добавить вот этого вот всего. Так, секундочку. Хранилище. Иди-ка ты сюда, пластмассик. Иди сюда. Тебя мы выключаем. На. Вот. Что можно еще тут? Как бы можно вот так вот расширяться. Вот так вот. Вот так вот. Вот таким вот образом. Потихонечку. Расширение, друзья мои. Расширение. И видишь как? Когда у тебя более-менее ресурсы есть, то ты можешь себе больше позволить. Правда, теперь мне нужно сделать заново этот гребаный рабочий стол. Тихо. Давай. Ой, рабочий стол, повернись-ка ты к нам, рабочий стол, вот таким вот образом на... Вот так вот, да, если что, мы тебя подвинем, подергаем туда-сюда. Так, у меня тут было... В смысле, ты еще не расплавилась? Блин, медь еще не расплавилась, хорошо. У меня был слиток, если не ошибаюсь. Был ли у меня здесь... Да уберись ты. Слиток, вот он слиток. Это слиток железный. Оп, хопля. Мы с вами научились сейчас делать болты, шить эти вот шарниры, короче, ножницы, лопату. Нормальный якорь, постоянный якорь. Можно сделать металлическое копье, наконец-то. И улучшенный гриль, сеткомет, котелок. Шикарно. Вообще замечательно. Изучили. И потихонечку пойдем мы помаленечку. Опля! А вот это уже здоровенный островочек. А вот это уже по-нашему. Так, ветер плывет прям к нему. Мы идем прямо ровненько, короче. Очень хорошо. Очень хорошо. Замечательно прямо. Иди сюда. Это бочка. Понимаю, остров это хорошо. Но бочка это еще лучше. Так, куда припарковаться? Я вижу уже куда. Давайте мы вот так вот сделаем. Вот давайте чуток влево. Вон туда. Друзья мои, короче, давайте здесь мы закончим. Что будет на этом острове? Что мы там найдем? Это уже здоровый остров. Это уже крутой остров. Здесь должно быть, как я понимаю, и торговая лавка. То, чего раньше у нас не было в этой игре. А это уже добавили разработчики как бы в этом обновлении. Это есть очень круто. Надеюсь, там торговая лавка будет. Там мы сможем что-то купить, продать, заработать денег и так далее. Но это уже увидим в следующей серии. Если вы хотите, чтобы эта серия, следующая якобы, вышла быстренько, я там вижу костерчик даже чей-то, то не забудьте поставить пальцы вверх.
подписаться, само собой, на канал, и мы с вами увидимся в следующей серии и глянем, что там на этом красивом, здоровом, большом, короче, острове. Друзья мои, всем удачи и всем пока!